ЧП в аэропорту Барнаула. Люди пострадали после падения с трапа самолета уральских авиалиний во время посадки на борт. Причина инцидента – неполадки с трапом. Факт мы подтверждаем происшедшего, но пока ведется расследование. Это была, возможно, какая-то скрытый дефект трапа, который невозможно выяснить при полетном техническом осмотре. Все живы и, будем надеяться, в ближайшее время будут здоровы. Двум людям потребовалась медицинская помощь, остальные отказались. Рейс вылетел у нас.